Все, стопаем. Мы, короче, идем в столовку хавать, заряжать телефоны. И мы срезаем. Тут вон люди, короче, вот там идут, вот там идут. А мы типа здесь идем, никого нету. Вот. Телепортом встретимся в столовке. Так. Общее блюдо. Короче, мы ели весь день. И теперь мы наконец-то будем есть. Вот. Всем приятного аппетита. Я думаю, до 12 я насыщусь этим всем. Не один ты. Это очень круто, очень вкусно. Зафигачить себе бутик где-нибудь дома. И приятного аппетита. Да-да. Так. Мы похавали, короче, наконец-то. Похавали на грин 120. И теперь у меня нос был забит, короче. Я закапал нос. Теперь мы идем наконец-то на улицу. Идем, наверное, на концерт. Короче, посмотрим, что там. Все, до встречи. О, подожди, скажи про то. Короче, мы встретили Димаса, вот. Вот он. Я молча. Он вообще. Он мутный парень, я тебе отвечаю. Короче, вообще нормальная движуха. Все загорели, у всех красные лица. Ой, Санек куда-то начинает бежать. Вот, мне тут много людей. А мне какая-то тёлка звонила, там мне больше. Ему, короче, какая-то тёлка звонила, но он говорит, что это ему бабушка звонила. Ну, в общем, короче, мы сейчас идем смотреть на авиашоу, по-моему, которое... Хорошо, мы уже... Слышим звук? Я слышу гудок. Короче, встретимся вот там. Короче, походу мы проебали. Самолет. Шоу самое охуенное. Зато тут какой-то концерт клёвый. Мы идем, короче, искать остальных людей. И по дороге тут вот такая вот дичь. Он типа живой или мертвый? Типа странно. Бля. Какой-то. Не, он живой. Бля. Ну вы, короче, видели. Во. Короче, мы узнали, что сейчас все-таки будут самолеты летать. Мы бежим. Бля, начался дождь. По его лицу такая безысходность прошла. Такая. Бля, начался дождь. Значит, я так не смогу. Типа, бля, начался дождь. Не, типа так. Бля, начался дождь. Не, не, так. Я столько бухла. Бля, не, бля, бля, начался дождь. Начался дождь, бля. А я такой типа возьму и бегу, и меня ничего не попадет. Сейчас будет такая тема жесткая вообще.
крутой вот так. Прикинь, они сейчас прилетят, выпрыгнут, вылезут и спросят, а можно к вам на вписку зайти, короче? А мы скажем, конечно, только самолетом. В самолете впишем. О, разогнали, смотри, какая скорость. Только русские витязи полетали там и пролетели и улетели. Но все равно спасибо, они крутые поцики. Будет такая жесткая тема, которая называется, короче, тюльпан. Вот. Смотри, пошел.
Это не шутники. Сейчас встретятся. Лишь только вспомнит шум дорог.
Короче, только что был салют жесткий, но, короче, было все круто, и сейчас мы выезжаем домой, у нас электричка в 11:30, не знаю, как мы уедем, будем знать уже, когда будем на вокзале. Это было круто! Это праздник! Со мною на висках! Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День Победы! День Победы! День Победы! Ура! 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 В каком мы вагоне? В первом.